Взрослые и молодые смотрят Марьяна Ро, мегазвезда. Это она, что ли? Это плачущая Марьяна, да? Наслаждайся. Это она? Ну, это сильненько так. Она красивая, блин, я... Я так думаю, ей надо вместе попеть с этим, где мы смотрели, с Мэс Фейсом. Она девушка Фейса. Да? О, видишь, как я угадал сразу, не глядя. Эшкере! Ну, текст, по-моему, тоже Фейс писала. Снимался Фейс, да, типа, автор сценария Фейс. А это она жрет его, как будто это бургер. Не-не-не, он не дает ей, она мать его детей будущего. Мне просто, я все. Я мегазвезда. Она на самом деле мегазвезда. Звезда. Нам не о чем болтать, если ты меня не хочешь. Ну, хуя себе. Качаться хочется, но понимаешь, что лучше не надо. Типа не надо, да? А мне не зашкварно, что? Пошел. Ну что, развития не будет, да? Вот какого? Установа? Да. Какую работу, она же блогер. Да, и Фейс сразу раз подсказал, как правильно, что там петь и так далее. Что тут может быть привлекательного? И где она стоит посередине, там видно просто полоска на стене. Слишком простая девчонка для девчонки, чела, который Запад роняет. Ну, стандартная девушка. Вот эти кадры, кстати, мне нравятся, где она в очках, потому что та съемка, которая до этого, это просто полное говно. Однотипно. Ну, типа, кто бы что ни говорил, она сделала круто, потому что этот припев всем запоминается, потому что там одна фраза. Одна. Больше не надо. Ну, песня такая, что там хотя бы много слов. Вот так. Правда? Да, обычно у них одна фраза. А еще у нее ужасный мейкап-артист, видимо. Просто отвратительный, просто ужасный. Хуже у меня вообще быть не может. Наконец, да. Господи, хоть кто-то, да, со мной согласился. Эти комочки на ресницах, боже, это, да. Сами сидим такие, знаешь, ногой красились утром. На один моментик, сейчас она руки положит сюда, сейчас. Да, все ясно, короче. Это иллюминатская тема, у чисто очень такие маленькие, толстенькие пальчики, я смешные говорю, колбаски. Вот. Видишь? Ну да, он сейчас светится, да. Блин, Марьяна, 5-миллионный канал, 5 у нее лямов, да? Просто кусок лифчика. Зачем? Как взрослый, адекватный человек. И просто скажу, что это все хуйня порожняковая. Ты долго смотрела по кадрам или? А я всегда рассматриваю очень... Я также порно смотрю. Я только какие-то моменты замечаю, а все остальное мне не важно. Типа, где полк стоит, откуда они берут все. Знаешь, типа на полу что там. Ну, всякие там штуки. А теперь вопросы. Какие ваши впечатления от увиденного? Ну, мне понравилась песня, понравилось, что достаточно она многословная. Голос приятный. О молодежных проблемах я туда пошла, пришла, пошла, вышла, короче. Песня без смысла? Но заедает, типа, я мегазвезда. Ну, песня такая ни о чем, обо всем по чуть-чуть и ни о чем, но было, в принципе, о себе. Мне очень не понравилось. Мне прям, мне... А припев? Подтошнило даже немножко. Не, ну такой, ну припев же, что-то... Да, я не знаю, блюзки. Для меня не мегазвезда. Можно матом? Ну, песня тоже полная херня, по-моему, текст херня, и, короче, месяцы и все. Мне немножко хочется экран разбить. Мне прям такую агрессию вызывает. Вообще прям нет. Не вставила, будем говорить так. Ну, средненький такой. Я лучше посмотрю вот этого чувак, который бэнг-бэнг там. А, Хованский. Вот я даже Хованского лучше посмотрю, чем это. Вот так вот я скажу. Привет от Беруты. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Эшкере.